могу ходить без визы. Получаю потом деньги на свой счет и накопил достаточно денег, чтобы купить машину. Друзья, всем привет, с вами Алишер, координатор из Варшавы. Я сегодня встретился с Фарходом, и он работает сейчас в Uber Eats. Что такое Uber Eats? Это сервис по доставке еды. И сейчас Фарход нам расскажет про всю его жизнь в Польше, и как он сюда приехал, и как здесь работает вообще. Я сюда прилетел по шенгенской визе, и как только получил работу, сразу подал на карту по быту. Так. Документы были на рассмотрение 6 месяцев, потом дали 1.5 года карту по быту. Это уже, получается, могу ходить без визы. Ага. Это уже плюс для меня. Не, ну это конечно. Друзья, смотрите, я вам сейчас немножечко разъясню, о чем он говорит, потому что тем, кто находится у себя в стране, это не очень понятно. Первым делом, что как происходит? Вы получаете визу на 1 год или больше, приезжаете сюда, и как только она заканчивается, за 3-4 месяца вы можете податься на карту по быту. Что такое карта по быту? Карта по быту – это документ, который вам позволяет находиться здесь, в Польше, на легальных основаниях и работать здесь. Вот он сейчас год здесь уже прожил и сейчас подался на карту по быту, сейчас вот идет процесс. Моя работа осуществляется, хожу в локациях, там, где много ресторанов, и оттуда подают мне заказы те рестораны, у которых нет своих доставщиков. Получаю заказ через приложение, там все четко и ясно. Да, Uber Eats называется, там все четко и ясно. А на каком языке в приложении там? Там на русском есть, на английском, на узбекском даже нашел. Серьезно? Да. Друзья, и такая редкость не у всех есть, но у меня IP был в Узбекистане из-за этого. Ага. И работаю, все нормально, получаю заказы, прихожу, показываю заказ, даже не надо ни о чем с ними разговаривать, просто надо показать номер заказа, они сами берут потом, смотрят на заказ и отдают мне. Я потом захожу опять в приложение, пробиваю адрес, и у меня уже выходит адрес. И прихожу, просто отдаю еду, и все, получаю потом деньги на свой счет. Фархад, слушай, себя не будем задерживать сейчас, давай мы сумочку положим, потому что все-таки, наверное, тяжело держать ее. Тяжело. И если ты не против, посидим в машине все и поговорим. Хорошо. Фархад, расскажи нам, пожалуйста, про машину и как ты на нее накопил и как ты работал. Поначалу я работал в Bolt Eats и в Uber Eats на велосипеде, это было зимой, и зимой доставщиков было очень мало. Как бы по собственному желанию и по силе воли сам начал работать зимой и накопил достаточно денег, чтобы купить машину. Я машину купил за $600. Друзья, 600 долларов. Просто представьте, за сколько денег вы покупаете машины, такие убитые и плохие машины в Узбекистане за по несколько тысяч долларов, когда вы можете здесь купить вполне хорошую машину для работы за $600 всего лишь. Разница колоссальная просто. Еще, Фархад, можешь нам, пожалуйста, показать нам приложение твое? Вот приложение. Вот мое приложение. Я здесь начинаю работу, нажимаю «Начать на работу», выбираю автомобиль, подтвердить. Потом здесь находится поиск заказа в ближайшем районе для меня. Если на машине, то дистанция района, больше, радиус, да, района будет больше все-таки, чем велосипед или скутер. Да, ну конечно. Если я уже не хочу работать, то нажимаю «Закончить на работу» и «Да». Потом у меня... Слушай, значит, получается, у тебя нету никакого графика, да? Ты просто когда хочешь... У меня свободный график, да. Это уже зависит от потребности человека. И потом могу смотреть, сколько я заработал за день, за неделю и за месяц. Захожу сюда, потом нажимаю на все доставленные заказы. Это у меня на 19 апреля. Я сделал всего один заказ и за это получил почти $4. $4 это за уже заказ. Почти, ну, да, это за один заказ. Хорошо. Это очень даже. За 18 я получил вот с одного заказа $6.5. Друзья, смотрите, нужно еще понимать, что когда вы работаете на доставке, очень часто можно использовать несколько приложений, и поэтому сразу с двух или трех приложений вам приходят заказы. В Польше есть, например, Uber Eats, есть Bolt Food и есть Glovo. Можно на трех сразу же работать, и откуда же придет заказ, вы сразу же туда поедете, по тому приложению. Поэтому вы здесь видите всего так мало заказов, которые он сделал. Да, и одновременно еще можно забрать, если с Uber и Bolt и с Glovo, если попадут одновременно заказы, можно все три забрать. А, да? Даже да, тогда уже получится почти $20
С одного заказа, просто с одного раза. Да, с одного раза. Друзья, мне кажется, это вообще идеальная работа, особенно для тех, которые хотят работать без никаких графиков. Просто берете, включаете телефон и выходите на работу. Ладно, Фархад, спасибо тебе большое за это интервью прекрасное. И будем тебя ждать больше в наших других интервью. И не будем тебя задерживать с этой работой. Спасибо. Спасибо тебе большое. Хорошего дня тебе.